анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Покаяние». Премьера нового сериала стартует уже летом 2020 года на телеканале ТРТ-1. В первой серии мы увидим, как Хамзет Хоранта является успешным директором холдинга «Хоранта Холдинг», который занимается производством ювелирных изделий. Хамзет сильно меняется в характере. Он переходит от сдержанности к щедрости. Это его изменение влияет на его жену Латифе, которую он называет «мой цветок Хатьма», дочь на змее и сыновей Синана и Бугры. Благодаря этому изменению будет происходить цепочка интересных событий, которые заставят телезрителей сериала задуматься и повеселиться. Пересечение жизненных линий с его бывшим партнером и его главным врагом Османом и многое другое. Главные роли в сериале исполнили Гювен Кирач, Ипек Тузджуглу, Эркан Джан, Чичек Делигил, Юнал Сильвер. Напомним, премьера сериала стартует уже летом 2020 года на телеканале ТРТ-1. Нравятся турецкие сериалы? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.